Вяжем новую оригинальную майку. В прошлый раз мы подбирали цвет и узор. Сейчас отделка. Я вам обещала показать, как буду оформлять края. Края оформляла зубчатым подгибом. Этот вид отделки я использую нечасто. И вот единственная майка, которую я нашла, это майка с перевитиями. Достаточно оригинальное изделие. И здесь эти зубчики смотрятся очень гармонично. Также и в нашей новой майке. Узор кирпичики и зубчики смотрятся очень хорошо, отлично дополняют друг друга. Но, как я уже говорила, узор нашей майки не главное. Она очень интересная, необычная. Она не долевая, не поперечная, не целиковая, не разрезная. Оригинальное изделие. И в следующий раз я вам покажу готовую деталь. Не основную, но целиковую деталь нашего нового изделия. Не пропустите!